самого есть. Так, то есть верхний вектор, смотрите, мы делаем, да? Здесь как такового выраженного залома нет. Может быть, за счет того, что пациентка корректировала, да? Ну, в любом случае, залома у нас как такового... Улыбнитесь, пожалуйста. Ну, тоже даже в улыбке нет. Все, расслабляемся. Да? Спасибо. Вот, то есть здесь мы будем работать от нависания. Мы вводим первый вектор под нависанием над носогубной складкой. Отмеряем по длине иглы. Неприятненько будет. Угу. Нижние слои дермы, либо граница дермы-гиподермы. Видно, да, как у нас расправляется кожа, и если мы будем слишком поверхностны, у нас весь препарат выйдет через поры. Чуть-чуть еще потерпите, пожалуйста. Кожа плотная, да? Да. Кожа плотная. Что, вы живы? Да, все в порядке. Так, ну как же нам сравнить? Так, на камеру, не знаю, видно, не видно? Смотрите. Ну, пока безумие, не особо. Ну вот, ну так можно посмотреть, визуально смотрите так. Мне кажется, не видно. Что глушь, не видно. Тени есть. Видно, конечно. Есть. А вот вам все надо, нам надо 70% корректировать, там не состоит, там есть. Не, вот сейчас это уже видно. Зачем нам 70%? Мы должны на 100% корректировать. То, что касается носогубной складки, а, про 75% мы с вами говорили, это касается орбитальной области. Все. Вы сейчас ниже стежом сделали? Нет, я туда же ввожу еще чуть-чуть. Я смотрю, что у меня препарата, да, я маловато все-таки на самом деле ввела. Чуть-чуть. Ну, разница, безусловно, все равно была. Нет, видна. Уже заметно. Леночка, сейчас. Все. Так, улыбнитесь, пожалуйста. Знаю, что сложно в данной ситуации. Угу, расслабляем. Мы просим пациентов периодически улыбаться для того, чтобы увидеть, если у нас потерялся залом. Да? В мимике мы все это прекрасно видим. Еще раз пойдемся, ага. Спасибо. Все, расслабляем. Так. Здесь у нас спрятавшийся залом, который мы должны четко проходить. Как Елена это терпит, я не знаю. Бывает как-то на вдохе. А вот в этой зоне бывает раздваиваются морщины. Значит, проходим обе морщины. Проходим, ну, чаще всего обе. И вот как раз-таки в этих областях мы используем ребра жесткости для того, чтобы выровнять это западение между вот этой раздвоившейся морщиной.